Добрых дней, дорогие зрители. Давайте продолжать турнир. Посмотрим сначала, что у нас там оборона. Ох, оборона облажалась сегодня. Оборона сегодня вышла из Б в С. Ну да ладно, пускай. Мы сейчас как? На каком месте? Ух ты, 34 тысячи, 15 тысяч, ну почти 16. Ну, в 1% мы должны выйти, если сделаем свою работу как надо. Так, тут у нас Абакан в костюме втором, который не воскресает. Это отличная новость. Нам пригодится тут диспел, но двойку нам нужно поменять. Тройка нормальная. Как это ни странно. А вот двойку... Слушай, а давай вот так попробуем. Тут все нормально бьющие. Давай, пускай будет. Хотя, стоило поменять Скади на просто на какого-то ударника, типа Аласи, Лепуса или что-то в этом роде. Ну ладно, уже поздно. Давайте делать что-то, что мы можем сделать из того, что есть. Так. Ну, давай, ладно. Пускай вторая тройка. Пускай будет так. Пускай будет так. Так. Желтый. Даже желтых нету. Причем совсем нету. Давай здесь попробуем. И здесь нету. Ну. Это печально. Конкретно печально. Давай тогда взорвем. Тут неожиданность может быть. Да, пришла неожиданность. К сожалению, не синий камень, желтый. Но это тоже нас может спасти. Синий камень есть как собрать? Может быть и есть, но всматриваться особо я не хочу. Честно, просто лень. Так. Ну, по-любому нужно включать у ворот, и нужно включить разделение, чтобы меньше получать. В случае, когда у ворот не сработает. Вот, но... Да, как-то так. Ну, вот жаль, что они сейчас не получили отхила. Был бы отхил, было бы еще лучше. Так, сюда. Блин, синий он вообще не хочет выходить. Синий прям борется с нами. Да, жестко. О, вышел, наконец-то. Да, но сейчас Фриду мы потеряем, и это все, к сожалению. Да, это все. Ух, красота. Красота неописуемая. Ну, к сожалению, первый бой не сдался. Но мы очень долго заряжались. Так, тут нужно выкупиться. Обязательно. Давайте испробуем Сяоту. Давайте возьмем кого-нибудь. Кого-нибудь типа Марьяны. Марьяны на 20-х, да. И кого-нибудь, может быть, так. Хотя, знаете что? Мне кажется, что ЧР. Или, может, вторая Марьяна. Так. Там будут миньоны, но отхила я не получу. Тогда Лукарда, наверное, не стоит. Наверное, не стоит. Давайте попробуем Чиэра. Давайте Чиэра и возьмем Скади. И возьмем Крампуса. Поехали.
Кстати, я на плечи вообще не смотрел. Это, конечно, моя ошибка. Стоило бы посмотреть, что там у ворот есть, что там контратака есть. Но так как мы заряжаемся на 9 камней, то нам до сраки. И эти у вороты, и эта контратака. Мы просто берем, ставим таунт, берем, убиваем 5 миньонов и дожидаемся победы. Просто и легко. Так, раз. Хорошо. Я, кстати, и поэтому и не ставил waterpipe в оборону, потому что, ну, как минимум у каждого есть или команда из магов, или из магов и ниндз, или из ниндз и стиксов, или кто-то из китайского Нового года, поэтому я ее не ставил, потому что очень много контры уже вышло против нее, и не хотелось мне получать оборону Э, но получил оборону С. Так что не сильно я что-то выиграл, но я думаю, все равно решение было принято правильное по поводу обороны. Может быть, плечи какие-то не такие, но центр точно, я думаю, что правильный. Хотя у меня, может быть, какой-то был еще лучше вариант, но я его, к сожалению, не выбрал. Так, тут у нас Фрея с уворотами. Фрея с уворотами. Слушай, ну тут вариант вообще есть не один. Есть вариант вот такой. Раз. Фрея. Там нужно сначала задиспелить без урона. Без урона. Кто у нас без урона диспелит? А, или съесть миньонов, потому что там, если миньонов нет, то и у воротов нет, да, если я не ошибаюсь. А ну, давай посмотрим. Ворон дает. А? Все союзники получают сана, шанс 36% уклониться. А, нет, там не от ворона зависит, там именно конкретно у ворот идет от прямого урона. То есть нужен диспел. Такой, чтобы был сначала диспел, а потом удар. Так. Кого бы взять? Фрея. Можно желтых, но желтые есть опасность потерять ману в неудачный момент. Слушай. Ладно, давай возьмем просто синих. Хреново, что нет диспела синего. Вот просто чтобы задиспелил, а потом прокинем, например, скади. Давай вот так попробуем. Вот чисто мне интересно посмотреть, как оно играть будет. Особо тут ничего мы не проиграем, но интерес, жажду интереса утолить можем. Хотя ее можно и в принципе в дружеских набегах утолять, но мне кажется, на видео это будет чуть интереснее. Так, отлично. Ну, камня тут нам не пожадничали. Тут камня как раз таки нормально у нас. Попробуем задиспелить. О, даже так. Ну, тогда мы сделаем так. Раз, так, два. Так, три. Ну и будем по чуть-чуть, я думаю, побеждать в этом бою. Цик.
Так, отлично. Пробуем забрать миньонов каких-нибудь, хотя там уже не очень важно, потому что у нас включились господи, Людвиг включил свой доброс маны, поэтому нам уже в принципе и тут вообще ничего не решает. Так. Ну и тут уже победа. Пойда Тройда. Ник у него, конечно, прикольный. Пойда Тройда. Два боя осталось. Тут у нас опять же. Абакан в втором костюме. На плечах. На плечах у нас слепота и шокер. Ну, нужен какой-то диспелящий ударная тройка. Как минимум средняя. Я думаю, можно оставить Фриду. Я думаю, можно взять вот так раз. Вот так два. И давайте попробуем. Я бы хотел взять вот так раз. И кара. И вот так два. Миньоны, конечно, чуть-чуть тут не вписываются, потому что миньоны дозаряжать будут больше Абакана. Но если будут у меня миньоны, то они же и будут забирать эту ману. Поэтому, мне кажется, должно быть как минимум интересно. Давайте попробуем зарядиться, а там дальше посмотрим, как оно дальше пойдет. Ну, перспектив на зарядку пока нет никакущих вообще. Вот прям совсем ноль. Тупо тройки. Одна тройка, вторая тройка и жопа. Ну, будем попробовать что-то покрутить. Будем попробовать. Так, ну тут вот желтый хороший ход. Да, но они заряжаются теперь с X2 как минимум, а то и X3. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да, ну тут, к сожалению, тут уже без шансов. Да. Да, тут уже все. Ну да ладно, пускай, ничего страшного. Зато 5 тоже призы дают. Тоже не особо охеренные. Цик, ну добей уже. Молодец. И последний на сегодня. Это у нас кошка. Значит, если кошка, то давай попробуем вот так. Тройку. А я не хочу менять. Пускай будет такая тройка. Ну, смотря на поляну, стоило все-таки поменять тройку, потому что камня, к сожалению. Так, хотелось бы, конечно, кристалл собрать, но он здесь прям не нужен. Давай так попробуем кристалл найти. О, синий кристалл, это уже дело. Так, 5 камней есть. Блин, эта ж кошка сейчас мне все спарафинит. Оно сейчас будет перекидывать мне на каждого героя, который заряжен. Я просто, блин, потеряю всю ману.
А если зарядить сейчас желтых, оно ж у ворот может сработать или нет? Вот мне интересно. Ай, блин, там еще синий собирается весь. Ну, супер. Убей, 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 убей. Ай, блин, сработало тупо. Сработал у ворот, когда не надо. Но меня спасло то, что ханитру хрен заблочишь. Вот это, конечно, единственный момент. Ну, это круто. Ну, это круто. Как минимум, это круто. Ладно, пробуем что-то теперь зарешать. Так, чем больше врагов, тем... чем меньше врагов, тем меньше маны они получают. Пробуем добить кота. Кота добили, отлично. Давайте теперь съедайте ману. Ай, почти, 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 почти. Да, печаль. Печаль. 5 героев у меня было, 5 миньонов, но, к сожалению, Огима не получил должного. Да ладно. Если честно, после моих призывов, кстати, кто не смотрел, посмотрите обязательно это предыдущее или позапредыдущее видео. То посмотрите. То после этих призывов, если честно, меня такие вещи уже не расстраивают. У меня на этом все. Результаты турнира. Если будет что-то стоящее в наградах, то я выложу скриншот. Ну и в принципе я планировал на воскресенье на войне сделать стрим. Если кто за, напишите в комментариях. И не забывайте поставить лайк. И подписаться на канал, если вы еще не подписаны. У меня на этом все. Всем пока.